Добрый день, всем привет, здравствуйте, господа. Здравствуйте. В эфире Company of Heroes 2. Запускаем колесо судьбы. Выбираем, что сегодня нам преподнесет рандом. Ага. Поехали. Тактика бронетанковой атаки. О, о как. Радиоперехват, средний танк Т-34-85, саморемонт для экипажа, атака штурмовиком Ил-2 и тяжелый ИС-2, тяжелый танк ИС-2, Иосиф Сталин. Ждем каточку. Т-0, пошли Т-0, так, УКВ. Сюда зайдем, да, может в домик заскочу, подколючу его сразу же. И буду надеяться, что лопаты не пойдут на центр, а пойдут где-то на края. На топливные там вот это все, все остальное. А я пока домик заколючу, займусь ним. Так, Кубавага, ну окей, так, ага. Центр тихо. Сейчас, оп, ага. Так, на эту сторону тоже. Да, лопаты справа, сверху. Так, лопаты сверху. Надо левее, значит, карабкаться. Так, ага. Так, ну, крайнюю точечку я тоже возьму. Кубавага назад. И Кубель он туда прислал. На топливную слева. Так, боеприпасики, это мне все, кстати, надо, да, 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 это мне все вот это надо будет. Сюда. Так, второй новобранец. Ну, давай там на мешке встану, буду сторожить точку. Так, он где-то едет. Ага, он, да, да, он как раз на ней, ну, о, все, уже поздно, пусть ее берет. Уже поздно туда идти. Тогда на центр пойду укрепляться. Фольки. Так, у него пока что фольки. Я тогда все пока зеленочки приготовлю какие-нибудь здесь на будущее. Так, еще новобранца. Отмена. Зеленку. Звездочку берем. Здесь лопаты, ну, поперестреливаемся чутка. Ну, недолго. Все, ушел. Ждем новобранчика. Ждем. Саперы наготове. Так, пошел саперчик. Да. Так, на эту зайти. Ну, наверное, Кубелем там встанет, нет? Да вроде нет, не становится. Так, эту они не взяли. Да, полностью на верхнюю часть карты он играет. О, пошли захваты. Полезли тогда. Не надо. Не надо так делать. Да. А я банул. Так, еще у него форик вышел. Сюда. Хилку. Чувствую, проиграю. Столкновение везде. Объединись. Ну да, он меня выбивает. Да, отовсюду. Отовсюду выбивает. Побежали. Так, пошел на топливную. Да, так, Молотов. Пока что Молотов. Враг отрезал сектор. Ваш приказ, товарищ. Ждем вашей команды. Огнемет. Товарищи, огнемет уже в пути. Оп. Теперь мы покажем, фашист. Хилимся. Солдаты готовы. Так, тут я, наверное, в доме останусь. Сейчас пойдем туда с саперами. Наша земля попала в лапы к врагу. Стой. Конечно, Т-2 бы построить.
Да, да, вперед. Так, здесь бойца надо ставить, зеленки тоже. Мина, охуеть. Нормально. Пытаемся выжигать. Так, он пошел. Там кубель я слышал. Давай на кубель. Так, здесь зеленочкой укрепляюсь. Вперед. Да. Ля, какой хитрый, а. Да на. Да сука. Да сейчас ты получишь. Ты что думаешь, я не рискну, блядь, подбежать? А я рискну. Да на. Блядь, не кинул гранату. Ну уже взмах, я же видел. Ну взмах был уже. И тут резко она отменяется. Ну просто потому что. Да, так, да, второго сапера, может, миноискатель. Зеленку мы, блядь, тоже не становимся, когда говоришь. Ясен хуй. Оп. Оп. Так, миноискатель пошел. Оп. Что, уже отремонтировался, да? Ну да, уже отрихтовался. Так, не, сапер не пошел, сапер Т2 ставит. Сапер ставит Т2 мне. Ну и режет у меня так потихонечку. У нас есть отсеченный сектор. Меняем позицию. Ждем вашей команды. Вперед! Так, пошел. Блять, уже флаг. Сука, у меня пушка не скоро. А пушка-то не скоро. Да, заебись. Сейчас пополняться мне вообще нельзя. Надо чисто на пушку накапливать. Так, давайте я здесь оставлю тебя туда. Так, ну от флага придется уворачиваться. Что там говорить? Придется просто от него уворачиваться сейчас. Так, здесь стоим. В углу берем. Пока да. Пока на точке. Флаг уже подводится, слышу. Войти в здание. Мы на месте. Так, может, я здесь пройду? Назад. Назад. Есть там флаг на дороге? Да, есть. Так, есть. Ладно, пока зеленочки. Пушка. И уходим оттуда. Уходим оттуда. В сторону центра. Пойдемте, товарищи. Отлично, товарищ. Так, это мы тоже берем. Если вы так хотите, мы это сделаем. Вам нужно что-то взорвать? Давай я здесь мину разместим. Вторгся на нашу территорию. Ваш... Так, выступаем. Красная армия, служим нам. Ага. Ой. Пора в поход, товарищи. Ой, не делай это. Так. Ой, сюда. Пушка. Отошли. Вражеские силы пытаются захватить наш район. Захватываем цель. Вас понял. Едем вражескую пехоту. Так, в доме посидим. Сейчас ждем. Ждем, пока пушка прискачет. Ну, сука, не надо. Не знаю, возьму и не возьму. Так, ну взял на какое-то время. Захватывает сектор снабжения. Он заня лупит, да? Вышли. Бля, и сюда ж достает. Блять, там можно новобранцы как-то, ну, собраться, нахуй.
У, сука, так, Максим, пока. Так, да, понял. Подсвечивай мне, подсвечивай его. Так, саперы на... Ага, ага. Тут я еще с тыла захожу. Оп. Ну, граната и, блядь, пиздец, наверное. Я не знаю, продамажим. Хорош! Пока отвлек сапера этими новобранцами. Зевнул он момент этот. Ага. Так, пушку надо сейвить. Пушку отходи. Здесь я сижу, да, до сих пор? Так, пулеметчика ближе. Пошли. Минки поел, замечательно. Лучший. Так, по захватам, по захватам. Пошел. Так, домик, от домика, да. Посмотрим, что там в домике видно нам. Ага. Берем. Свелся. Мешок сломаю пока. Пока что мешочек ему сломаю. Досвидули. Хорошо. Хорошо. Там мина была. Какая граната, блядь, успокойся. Прогнали. Так, в дом садимся. Так, ты на захват, ты в дом. Саперов на базу. Ушел. Так, еще прокинь ему, попробуй. Так, мешочек мне тут опять. Можно, пожалуйста? Ага. Ну, вроде так прогнал чутка его. Надо строиться. Т3. Проверьте снаряжение, выдвигаемся. Готово. Так, он Т3, он Т3 на базе поставил. Ага. Т3 он на базе воткнул. Окей. Так, куда мы? Сюда зайдем? Или куда мы? Не по. Сюда зайдем. Пушку полечу. Ясно. Так, понял, окей. Он на верхнюю топливную пополз. Так, здесь бы тоже я бы сигнальную мину поставил бы. Полевая артиллерия. Выходим из здания, в соседний пересаживаемся. Сейчас будет обкладывать. Все, в зеленке сидим. В этот дом залазим. Так, это мы берем. Так, пушку куда-нибудь на дорогу. Сейчас сразу же Т4. Т4 ставим. Да, пушечку я тут припаркую. Все, пошли. Ага. Ага. Так. А если вот так зеленку еще воткнуть, нормально будет? Так, саперы на угол. Здесь закажем. О, сука. Да на. Так, на базу. Здесь остались. Да, ближе к связующих своей надо сейчас подтягиваться. Топливным мы порежем, пожалуй. Проверьте снаряжение, выдвигайтесь. Вражеские силы пытаются захватить наш район. Захватим их, товарищ. Пулемет там, да, сработает, не? Хорош. Здесь
Правда, сейчас гаубица сразу же на это среагирует. Надо вытягивать, Максим, сейчас гаубица, да-да-да, будет отрабатывать. Так, ладно, отступил. Кинули. И сразу ломаем мешок, который он построил. Ага. Так, а Максим мы где-то вот, вот так оставим. Хорош, еще минус. Так, будем ждать Тэшечку. 85-ю. Может, пока ждем, я миномет сделаю. Или вторую пушку стоило бы. Вот не знаю. Ладно, отступил нейтрал, да, и отступил. Он там пулеметчика хочет посадить, я так понял, не в дом. Да, к фонари ставим. Посадил, нет? Не вижу. Сразу отрабатываем пушкой. Залп, залп даем. Пусть выходит, да. Пусть выходит, блядь. Так, мешок доломать. Там мина была. Проскочил. Да, 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 братан. Обирам. Ай, блядь, прекрасно-то, а. Как прекрасно. Эх. Вот так. Все, стоим. Так, Т-34-85. Надо поломать, блядь, вот эти все зеленки, нахуй. По его стороне. Чтоб он их не юзал. Желательно. И плохо, что и мешок ему не добил. Ну окей. Сейчас будет Тэшечка. Так, пушку на лечение. Угу. Так, пошел. Так, ты аж сюда зайди. Ну, он, по идее, уже где-то в пазик, но уже должен выйти к этому моменту. Уже панзирь, думаю, уже, ну, как бы должен быть уже. Тэшка, на дорогу. Вражеские войска занимают сектор. Саперы на готове. Товарищи, выходим в дозор. Панцер 4. Пузик 4 есть, да. Здорово, блядь. Ой. А, он понял, да, что перееду нахуй. Так, ладно, пару плюх я схлопотал, тем не менее. Так, он там мину клал. Ремонтируюсь. Ну куда ты, блядь, ну что оно делает, блядь, куда ты пошел, дебила кусок, блядь. Кто-то понял, нахуй я туда пошел, новобранец мой. Мы с Квейк, блядь. Ну конечно же мы с Квейк. Так, ближе миномет. Да, мину сняли тут? Непонятно. Честно, непонятно. Поехал. Да на, сука. Не заебывай. Так, наверх. Давай наверх Тэшечку. Сейчас я мину здесь, постелю мину здесь. Ой. Саперы готовы к заданию. Саперов он сделал. Опа! Да, сука! Я чуть-чуть тебя тут подраконю. И уеду. Не, в принципе, я поеду все. Я уехал. Может, гаубицу получится тебе разнести. Все, пушку назад, может пазиком напасть. Да-да-да, было бы неприятно, если он сейчас...
Стоим. Стоим. Враг вторгся на нашу территорию. А! Ой. Ой. Вбранчики, помогите. А что он так? А что он так самонадеянно думает, что осилит? Оп! Неприятно, да? Ну, Граунд-то тоже умеет, что там говорить. Не, Граундить он тоже, блядь, умеет. Ну, сука, да на. Да получи. А, вот на что расчет был, господа. Там у него, типа, блядь, вот это вы поняли, да? Мына нахуй. Там он думал, что и на мыне сейчас как ёбнусь, как бы, ага. И он поедет и дожрет, получается. Так, рихтуемся. Ну, я нормально так поддавил его вроде. Все, уводим. Назад, назад, назад. Отходим, отходим. Не надо, не надо. Не надо, не надо. Пошли на точки лучше. Лучшие точки, пойду на точки встану, пойду. Ага. Тэшка, поехал. Может, колпачок воткну? Конечно, рискую, блин. Мне бы Катюшу или что-нибудь такое вывести. Какую-нибудь Катюшеньку бы мне на самом деле, ну. Рискну я, блядь, колпак построить. Вот там внизу, правда, на топливо. Попытаемся вызвать побыстрее. Можно за это, конечно, ну, поплатиться чутка. Ай. Ладно, ушел. Так, свелись. Ага, здесь заход будет. Так. Не, давай вот так свелись. Ну, ждем, ждем. У него двое оберов, кстати. А, кстати, двое ведь оберов. Давай вот здесь пушечку сведем. Вражеские войска захватывают наши ресурсы. Стрелки, мы достигнем цели. Мы атакуем. Оп. Он сейчас за звезды борется, у него 270 очков. Ой, ну, конечно, пазик, блядь, даст ебанутый, охуенный, классный выстрел. Ну да. Ну да. Бывает. Лучше смерть, чем отступление. Ага. 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 Так. Пойдет? Назад. Ждем пушку. Да ты заебал. А здесь у новобранч... Ой, этого Фолька тоже потерял. Ну, ответки какие-то есть для него. Так, ну жду, жду ИС. Жду, короче, ИС я. Тут он на захвате был и ушел. Вперед. А как это он так тихонечко берет и никто не видит этого? Оружие наготове.
ИС! Тяжелый танк ИС-2 наготове. ИС-2. Через дым как раз проскочу. Пешку ремонтируем. Оп! Тешечка поехала, ИС поехал, все поехали. Да-да-да. Беда приехала для тебя. А беда ведь. У тебя всего один Пупкин, я так понял. Вперед. 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 Тешечка молодец. Уехала. Бьем. Ну да, я рассчитывал, блядь, на попадание, но его не случилось. Оно не случилось. Бьем. Так, пушка назад. Пехота у него вся вышла. Кубель, блядь, на движке. Так, ушли. Назад пушечка. А ну, гаубичный. Ага. Ага. Так, пулемет сюда. Бьем, избьем, бьем. Ну в зону, блядь, заедь. Так, все, пушка на базу. И поехал я назад. Не знаю, он мог еще в какую-то танк выйти дополнительной. Все, назад. На ремонт. Пока на ремонтике отойдем. Немножко покошмарили, не будем наглеть. А, Яга! Он в Ягу вышел. Яга. Пазик сейчас на ремонте. Яга. Так, ладно, отступили. Мне надо вот эту зелень всю переломать и сон. Все это мешает обзору. Да, это все, блядь, нахуй, короче. Сейчас пушку я полечу. Катюшу закажу. Так, вот эту всю зеленку, вот эту зелень, блядь, убрать. Чтоб мне тут обзор, сука, был, чтоб меня не фланганул никто никак нигде. Так, поехал. Ты же саперов на базу. Пушка, возвращайся. Оп! Как тебе такое? Оп! Этого ты не ожидал. Рихтуюсь. Так, ближе. У нас есть Катюша. Катюшенька, тоже помоги. Бля, пазик уже почти убит у него. Ага. Назад, 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 назад. Хорош, назад. Хорош! Уехал. Тэшка уехала. Так, жди, Катюша, жди своего момента, жди, жди. Все, новобранчики пошли. Может, там какой-то залетный снаряд долетит? Не. Так, назад. Пока чилим так. Пока чилим. Ремонтируемся, восстанавливаемся. Так, Тэшка, рихтуйся, миномет ближе. Жду, когда его вся пехота выйдет. Держим Катюшу для этого. Враг занял наш сектор снабжения. Да, товарищ. Проверьте снаряжение. Заходи ему в спину. Иля какой наглый. Вот, обира, давай оберу. Катюша, уходи. Фонарь! Фонарь бросаем, чтобы видеть все его заходы. Поехали. Поехали. Опа! Это ты зря его тут оставил.
Ну я не успел добежать, блядь. Эх. Так, опять ремонтируемся. Можно было сейчас забрать, но не в ту сторону новобранцев повел. Блядь, и еще и потеряю, кстати. Слово. Так, ладно, Тышечку, давай. По КД туда фонарик бросаем. Ждем пушку. Дым-дым. Ага. Ага. Хорош. Минус Яга. Бля, мне бы новобранцев не терять. Не хотелось бы. Сейчас Катюшей, блядь, зарядим. 100 очков, ну тут все для него. Да, GG, он понимает, что он много потерял и по факту ни хера не сконтрил толком. Забой, что мне, два новобранца сожрал и все, и пиздец. Товарищ Сталин гордится нами. Ну по статистике у нас ровно, в принципе, почти. А 15 место у него за британцев. А за УКВ у него послабее намного. Ага. Понятно, за имбу привык играть. Ждем next в аэропорту. Мы в пути. Мы в пути. Да, товарищ. Теперь мы можем декодировать радиопередачи немцев. Так, Виккерс. Нам доступны танки Т-34-85. Используйте их, чтобы сокрушить фрицев. Типа два вермахта, я так понял. Давай, Т-2. Приведут нас к победе. Полевые укрепления там. Ну да, да, да. А, ну да. Стрелки готовы. Максим или мин... Давай миномет, наверное, сразу. Аварья будет от напильничка. Ну пока в домик сяду, миномет тянем. А, в домик Виггерс идет. Так, сидим. Так, пойду на центр. Это заняли. Боремся. Там миномет уже слышу их в работе. А, ну дым, давай под дым, под дым, под дым. Все, отошли. Так, свои, своим. Меня подавили, да? Ясно. Он переставил уже тут МГ. Так, по домам надо, по домам попрятаться. Ждем еще новобранца. Сапера, сука, пропустили. Так, что задымить? Вот этого. Уходи. Попытаемся сейчас как-то, может, где-то флангануть что-то. Блять, не успею, наверное. Заебись! Подарил им, сука, пулемет. Еще третий теперь. Ладно, отходим. Да, да, как играть вообще? Надо Максим делать. Дома поддавали все охуенные. Ну, классно, что я могу сказать. Тут со Салейба на фланге рапортуем. Как теперь играть, скажите, как? Не хилка нужна. Мы меняем позицию. Товарищ, вперед! Так, попробуем посидеть днем. Ага. Мы атакуем. Тянем пулемет. Хилочка. Ваш приказ, товарищ. Пулемет готов. Пошли. У нас приказ. Красная армия. Нам отправили огнеметы. Скорее. Так, он перетаскивается. Ага. Соседний. Стрелки готовы.
В советском штабе теперь есть полевой госпиталь. Но это только для тяжело раненых. Просто в дом бьет, да? Ну понятно. Ну да. Доль Хахтионен, сука. Так, вот этого хлопчика. Пошли на него. Че, тут не видно, да, нихера? Угу. Ага, дым выдал. Так, дым. 2-5-1, видимо, для пополнения сделали. Сюда. Так, мина. Пока минен. Пока пытаемся боеприпасы, звездочку взять. Надо, видимо, дома еще мне бы это, пока бы поминировать. Как там мина была? Давай назад. А, понял. Ну это минус миномет британский. Поздравляю. Молодец. Заебись. Строй дальше, сука. Конюх нахуй. Не, а строй дальше. Нормально, блядь. Молодец. Как ожидает приказ. Всем новобранцам теперь доступны противотанковые гранаты. Теперь новобранцы могут бросать. Ну да, да. Да, именно так. Все именно так. Так, ну пока еще новобранчика. Это все, что могу, блять. Пушка там, блядь. У нас появились свежие. Ой, новобранцы. Какой же идиот, блядь. Просто ёбнусь. Ну, уже б забрал бы, если бы она уже заранее смотрела, куда нужно, блядь. Ладно. Реабилитировал ситуацию. Приказ понятен. Так. Ага. А что мне делать? Ладно, пойду пока в домик сяду. Я все поминировал. Мне бы тоже зисочку какую-нибудь бы сделать. Ага. Все, так стоим. Это я заминирую, пожалуй, тоже. Да. Миномет сюда? Нет, отходим. Миномет отходим. Пушку не чувствую, да, что зевается. Ну да, ему похуй просто. Просто ему похую, ребят. Зевнул уже и пушку, блядь. Так, ну я бы ее забрал. Мне, ну, мне пригодится в хозяйстве. Не знаю, как обоба напарнику, а мне пригодится. Ага. Ага. Понял, буду знать. Так, сели.
Да сука. Т-3. Есть приказы. Вперед! Еще, еще! Новобрат, мы меняем позицию. Пусть он прячется. Выступаем. Пошел за ним. Пулемет, не поднимай головы. Так точно. А что, так можно было, да, ребят? Мы готовы. Пути. Ага. Вряд ли, не буду. Не получится, не. Еще и потерял бойца, сука, в итоге. Отряд уничтожен. Лучше смерть, чем отступление. Ну лучше смерть, да. Да. Пушка пошла. Т4. И второго сапера. Установим миномет вон там. Hello, motherfucker. Валера, привіт, рад бачити кох-кох-кох. Почаще стріми, по коху набілити, кох-кох-кох. Реально? Ну, реально? А, ну, ну, как бы реально. А, спасибо, Серег, спасибо. Вам нужно что-то построить? Ваш приказ, товарищ. Миномет меняет позицию. Так, минометик. Пушку я тащу кое-куда. А, кое-куда тарабаним ее. Сапёры выдвигаются. А, да? Меня хотят здесь? Бля, на домах, чтобы кто-то подсвечивал бы. Враг занял наш сектор снабжения. Прям перед носом, сука. Называется, подпалил для себя. Уходим, товарищи! Выступаем. Не надо! Не надо! Не надо больше так делать. Киберспорт пошел. Бля, да что ж такое-то, а? О! О, сука. Да. Так, ну пулемет зато забрали. Правда, звезд нихуя нету. Плюх. Рано. Теперь. Бля, как движок он не дался. Странно. А если бы я пушку не дергал, уже бы убили. О, вторая пушка, мне, наверное, надо будет, слушайте. Не, вторая пригодится, заберу вторую тоже. Две пушки повеселее уже будет. Сейчас тэшечку. Так, пошел я бункер справа, быстренько сломаю. Тэшечка. Кого? Сука. Лучше ж быдло, а ну-ка.
На него. Зенитка прибыла у них. Еще один флагпанзер. Пушки уводим. Да, 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 лаги, лаги, да. Больше лага, больше. Страшно. Так. Так. Ага, вот так. И фонарь. О, движочек. Ну это все. Да не, ну это все уже. Да не, ну тут все. Да не, ну тут все. Ой. 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 Как так-то? Ой. Ой. Так, рифтуемся, блядь. Было страшно. Да, да, так, еще новобранчика. Было, конечно, страшно. Так, здесь мины. 300 очков отделяют нас от поражения. 300 очков, ребят. Пулемет потерял. Бывает в жизни горчение. Сейчас тэшку отрихтую только. У, сука. Там два пузика. И, видимо, мины кладут еще. Блять, ну надо фонарь подсматривать. С фонаря тяжело, не видно нихера. Так, и мину, видимо, за забором. А могу забор с тэшкой сломать? Мне он, блядь, мешает. Пока минное поле это уберу. Да, вперед. Так, пулемет забираем. Сука. Так, ну, Катюшу бы, наверное. За Катюшеньку теперь думаю. О, это мне надо, ребят. Это мне пригодится. Ой. О, сука. Ой. Ой. Минус пазик.
Да, 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 да. Так, увели. Абоба. Ага. Так, пошли новобранчики. Надо на центр еще зайти. Может, я пушками туда, да, всеми зайду, в принципе. Здесь чутка поработаем. Я тут чуть-чуть, да, поработать хочу. Да, все в забор. Да, 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 да. Ну, почти все. Сука, смог уйти. Ага. У нас новый бронетранспортер. Бля, на пушке полечить. Херня все это. А кто меня пилит-то? А. Бля, или не лечить, пополнить их новобранцами. Непонятно. Надо фонарь мне на центр. Короче, я здесь, наверное, бросаю все. Пусть там ебется сам, блядь, британец. Он Черчилль уже сделал. Я на центр переключусь. Ага. Давай, 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 быстрее, блядь, новобранцы. Заебали, нахуй. Фонарь. Там пулемет у них имеется. Ага. Сука. Ай. Ну да, да, да. Ага. 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 Оп. Уходим. Хорошо, вперед. Дым-дым. Ага. Вперед. Забор, забор надо вынести. Не, воздух, отмена, воздух. Отмена пока. Так, пулемет сюда. Бля, это самолеты долбаные. Что, терпеть или отступить? Пошли пока на пазик. Да, сука. Да, сука. Есть карась. Так, фонарь. Подглядывать за ними. Так, ну, а, зениточка. Зенитка. Где-то бимба. Да, сука. Не надо. Все, я понял. Отходим. Сейчас Катюшей туда бобяруем, блядь. Не надо. Оп. Ну так, слабенько. Блин, что-то забрал. Сука. Что-то взрывается постоянно, ребят. Страшно. Новый Панцер 4.
Штабец сломаю. Ай, новобранца потерял. Ну, уже можно и, в принципе, сделать, попытаться. Может, ИЛ заказать бы еще. Куда-нибудь бы ИЛ. А, это нормально его считать? Сука. Сука. Фонарь хоть дали, не? Чуть не вбив, сука. Просто чуть не вбив. Сейчас. Где там ИЛ, долбанный, блядь? Пулемет еще попользую, наверное, пригодится. Тяжелый танк ИС-2 на готове. Ага. Ага. Так, Катюшенька. Надо прикинуть, куда дать. Гаубица. Там гаубица у них есть. Новый офицер прибыл. Ага. У, сука. Ис! А ну с ИСом побеседуй! На нахуй! Получай! Ис имбай не контрится. Так, миномет на место. Тешечку тоже сюда. Так, может я пока съезжу там в тыл вермахту? Тут помогу чутка. Рапортую. Я здесь чутка помогу. Ну ты ж как бы не пережила. Поэтому, блядь, пришлось отдавать сразу. Зря полез, да, туда. Здесь тыгр, оказывается. А, это доктор, я понял. Так, я понял, что сейчас будет. Это у нас, получается, диверсии сейчас намечаются. Это будут, это не диверсии планировать. Рапортую. Бля, и отпустили, сука. Конечно, нахуй. Планируется диверсия, аэропорту. Мы теряем территорию. Поехали. Пополним. Движок. Залп. Ой. 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 Как же больно это. Дым.
Ой, а что ж тут делать? А это так надо нажимать? Че ж ты молчишь, не сигналишь, блядь? Вот же шабоба-то. Так, сухарик бы, да, наверное, или тэшку еще раз, не знаю. Я вот не знаю, что мне лучше. Сухарик или тэшечку. Да тэшечку, наверное. У меня пушка трехзвездочная. Так, а ну поехали помогать. Тут чуть-чуть. Мне чуть-чуть надо помочь. Да это чуть-чуть на пол шишечки. Ну, конечно, в никуда. Ну да, ребят, да, в никуда, блядь. Да, конечно, да. Конечно, блядь, мы никуда, никого, ничего не попадем, блядь. Чуть-чуть назад пушку. Так, ну пушки сломали им, нахуй. Но мне страшно самому ехать, блядь. Вот это очень плохо. Колпак надо будет восстановить обязательно. Так. Абуба. На центр возвращайся. Не надо! Ну, пожалуйста. Ну, за что? Пока возвращаюсь на центр, блядь. Надо с домами... Во-первых, колпак ставим. Так, потом с домами что-то делаем. Так, фонарь. Поглядеть. Все, и пошел на центр. А, туда там заказали. Да, заказали артобстрел. Сюда? Смерть! О, тигр, можно движочек дать. Это нам такое надо. Давай, Ил. Уехал, ну я хуею, блядь. Так, миномет на захват. Так, что ж тут с домами это делать? Пока ничего, похуй. Попал, да? Не, проскочил. Пойду боеприпасики возьму. Так, и на звездочку едем. Миномет не встал. Ну, конечно, да, конечно, не встанет. Минное поле ли? Аккуратно. Хочется сопровождать. О, жопа открыта, обожаю. Страшно. Да, страшно. На движке. Да, пушку бы сберечь, очень хорошая пушка. Ее надо засейвить, постараться. Не, все выпало. Жаль. Так, работаем. Миномет на место. Это я заберу. Тихо.
Так, Катюшу тоже сюда. А ничего у тебя не получится. А там несколько тигров. На. Даб-даб-даб-даб-даб. Бля, давай еще тэшечку. А. У, сука, мразь. Ладно, ИСом не рискую, бля. Сейчас пантеры приедут. Страшно уже становится. Не надо. У противника осталось 300 очков. 300 очков. Самолет, уходим. Уходим. Здесь захвата нет, братан. Новый Т-34 на пешка готове. Поехала. Так, что еще лезет? Новобранчик, да, какой? Давай новобранчика. Хорошо, так, мины пойду сниму саперами и поехали. Поехали. Это с дороги убрать, будет мешать. А вот ЛНГ я бы забрал. Поехали. А, давай свеженьким отрядом заберем. Да, свеженьким отрядом заберем. Ага. Вперед. Так, Катюша на готове. Забрали ЛНГ мой. Вперед. Ил. Воздушную атаку отрежаю. Оп. Страшно. Страшно. О, сука. Дым. Ой. Ой. Не делайте это. Ай-яй-яй-яй-яй, забрал. Забрал, блядь, ребят. Мы потеряли одну из бронемашин. Так, это пополняем. Вперед. Ура! О! Движочек, сука. Врага осталось 200 очков. Да. Так, ремонтируюсь. Сука! Уже, сука! Тана! А чё, пушка не видит, ребят? Она не видит. Прямого типа контакта нет, я хуею. Так, а что я новую? Давай сухарик сделаем, короче. Или ладно, тэшку. Не, давай обычную тэшку. Две можно, 276 сделать. И таранить тигров, Сейчас пока рихтуемся. Не надо. Не надо так делать. Что, не собирается выходить из базы? Ой, как так?
Так, они сейчас на центральную звезду зайдут-то. Тешечка поехала. А что ты уходишь? Так, ладно, пушку тогда вот так. Из. Идет сейвить. Или мстить, точнее уже. Да, а все? Товарищ Сталин гордится нами. Гордится нами. Неплохой такой бой, напряженненький, я бы сказал. Да что там говорить, короче-то?